А перед началом данного видеоролика не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий в виде такого. Поехали! Это производство от Домино. Итак, всем привет, друзья! Сегодня у нас новый видеоролик. С вами Тимоха и Кирилл. Всем привет, чуваки. Сейчас мы снимаем видос на Тимохе канал и на мой, если что. Да, одновременно. Такого пацана еще давно не было, конечно. Очень давно. Кстати, кто хочет посмотреть, например, от вида его, приходите на его канал. Если вы увидели на его канале его видео, можете перейти на мой канал, посмотреть. Да-да-да. Короче, сейчас мы будем летать над всей картой, чудить всякие вещи, пытаться не разбиться, как это было раньше. Спасибо администратору. Имя скажешь? Шамиль Юсупов. Большое тебе спасибо. Да, прям огромнейшее. Да, потому что, блядь, редкость, пацаны, ну вы знаете. Да-да-да, ситуацию все знают. Ну, короче, как говорится, взлетаем. Давай, ты первый, я за тобой. Вы вспомните, как летать еще? Стрелочку вниз поднимайся и шасси убирай, чтобы типа взлетел. Летает. Шасси убери, все, погнал. Убрал. Блин, красота еще зимой вот это, да? Давай только без твоих будет играть. Да и не сы, я же мастер. У меня новый скилл, хочешь покажу новый прикол? Я еще хочу полетать. Да летай. Блин, давай в Батырево как-то. Может в аэропорт везде будет угорать. В этот, в Батырево? Да. А где он? А, вот. А, вон он, все, давай шасси выпускай, сразу замедляйся. Так. Смотришь, где они сбили? Стоят. Блин, ну гидро точно не так. Да не, гидро это жестко. Блин, взлететь не хочу. Бля, а как мы взлетим потом? Нет, взлетим. Взлетим? Да. Аккуратно, блять, сука, нет! Взорвался? Нет. Давай. Это была нелегкая посадка. Сейчас заремка идти, блядь. Сейчас будет взрыв, блядь. Сейчас будет взрыв. Сука, нет. У меня крыло застряло в этом. Напиши. А, сейчас я напишу. Прям понял, я садился, и он такой падает, прям такой завалился, аж понял. Ай, видел, я смотрел назад, когда ты. Блин, кстати, самолет классный, вот этот Аэрофлот, но что-то он жесткая посадочка была на самом деле. Блин, задний ход у него плохой, я не скажу. Да вот уж, а мне еще поворачивать на нем практически нельзя. Так, что-то близко очень деревьев. А, вижу, капец, ты там Париж. Все. Так, блин, сука, наверное, опять не взлечу. А что у тебя не взлетает? Да взлетает, ну блин, понял, у меня же поворачивается, он только в воздухе. У меня же там кнопочек. Кнопочек много не работает. Мышкой? А, да не, у меня так не работает. Давай, лети за мной. Где ты? Я возле вышки, возле вот этой летаю. Я помню, как я на вертолете в этой вышке застрял. Тупо живой, а вертолету хана. И тупо застрял в вышке и ничего не могу сделать. Лететь, потому что я, чтобы друг друга не врезались. Так, ну я сейчас возле взлетной полосы. С той стороны, с которой мы взлетали. Так. Я на 2Ч летаю. Вот, я сзади тебя. Погнали, давай. Да. Давай в южный там лети. А, это вижу. Поехали? Поехали. Как я понял, с ракетом... Выше бери. Айгид летал, короче. И, ну, так, решил немного паркануть чисто для себя. На Айгид не понял, ну, колеса высунул и ездил на светофорах. И люди так проезжали, у меня же какие-то пушки видят, что там стоят. И никто на красный не проезжал. Полицейский только, да, чисто. Это на хитре такой чисто. Остановился на красный, и все. Понял, как на маленький будет, как свое движение, видел? А, да. Там тоже такое движение сделали, короче, я вот так вот сделал. Знаешь, что я там нашел на том сводке? Тупо канализацию в точь-точь, как нам показано на скринах. Канализация? Да. А, именно в доме? На маленьке, да. А, кстати, по-моему, тут сделали канализацию, закрыли, понял? Туда нельзя попасть. А. Вот это что, возле водолазов, да, типа? Да. Ой, я даже, честно говоря, не знаю. Да аккуратней! Да, я знаю. А, мне показалось, что ты уже понял, в пике ловишь такое, типа. А ну, бля, я хочу приземлиться на этот. Не надо, на южный не надо, блядь. Я точно не приземлюсь. Да, ну тогда. Там можно полететь еще. Помнишь, где мы поле там летали когда-то? Да, помню. Там можно прийти, самолеты поподробнее немного рассмотреть. Сука, я чуть не в
хорошо, ты чуть не врезался. Я такая сзади, такая, понял, как голова на этот самолет. Выкупай прикол. Сколько хп? У меня 980. 880. Походу, это не пьету урон идет. Да, наверное. Пацаны, чтобы знали, сейчас 4 часа ночи. Утра, уже можно сказать, утра по Киеву. Блин, Кири, я себя слышу опять. Да? Да. А, вроде уже нет. Да не может быть. Бери левее, больше крашнет. Точно, блядь. Пошли около тюрьмы полетаем, пускай подумают, что мы спасатели. Блин, ну там деревьев так много, опасно, конечно. Да. Как я понял, меня посадили вчера. Уже вертолёт стоит, я сейчас улетел. Сдается мне, ты брешешь. В смысле? В смысле пиздишь? Капец, он по ямам этим трындец. Да-да-да. Блин, а можно было... А, это трудно реализовать. Понял? Жесть, бах, понял, под воду. Можно под водой полетать. Так это надо приземлиться и туда прям. И потом взлететь, да, типа тут. Да это надо замедлиться надо и как-то аккуратненько туда, знаешь. И заехать, понял, туда надо. Ну да, заехать, конечно, заехать. Сейчас мы сейчас еще утопим их. Уже так уж и быть. Сижу к тебе сяду. Так я тоже приземляюсь. Ага. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, стой. У меня получилось. Стоять. У меня получилось. Нихуя себе. Летел? Да. Я тебя вижу. Самолет не расхреначивает. Такое точно вам никто не покажет, блин. Тут еще дно прозрачное, блин. Главное, чтобы самолет туда не попал, бы он пропадет. Вот именно, если с воды вылететь, по идее он. Не знаю, вылетит или нет. Не, если резко вылетит, то нормально все будет. А если потихоньку, то. Пацаны, сейчас я тоже проверю, просто. Я чуть не разбился. Ты бы видел, как я тут пытался его спасти. Я посмотрю потом, найду. 189 километров в час. Взлетаем. Взлетел просто изи. Изи. Зажись теперь. Давай. Только не шли сейчас. Да ж не шевелюсь. Жаль, Бодяныча нету. Бодяныч Airlines — это, конечно, тема. Только поворачивай. Плавно, плавно, Кирилл. Я же не умею летать. Плавно поворачивай. А ты не шевелись, подожди. Я думаю, что можно плавно, если плавно, у него же, блядь, разворот такой тяжелый. Так, сейчас тут страшно. Если ты думаешь, что мне не страшно, это неправильно. Ты снимаешь вообще людей? Да. Да. Да, на всякий случай. Я думаю, что ты хачкуешь. Я не хочу просто лечиться полчаса еще. Это да. Все, посадочка. Слышь, а выключишь двигатель, сейчас выключишь двигатель. А? Выключи двигатель, когда будешь садиться. Вот просто шасси вытяни, выключи двигатель. Свободное падение. Сейчас. А видишь, не грузится дорога. Вот она где-то тут. А, все, вижу. Грузись дорогой, вонючая. Все, я вижу. Во, наконец-то. Вон он стоит. А, давай. Сейчас. Чуть-чуть дальше. Вырубай движок. Попкой давай. Свободное падение? Не. Я просто назад сдал. Ага. Вы воспользуетесь такси Аэрофлот. Обращайтесь к нам. Вот это нахуй сюрприз. Блять, вот это прикол. Ищи, ты нас найдешь. Закончилось успешно. Знаешь, сколько хп? 1000! Real talk! Самолет спасен. 30. Поехали за ремкой. За какой ремкой? Я ж целый. Полетели, короче. Это я за себя говорю. Ага. Давай я сейчас. Да зачем тебе ремка? Лети в начало трассы ж там. Я знаю сейчас. Я ж там и стоял. Давай его напугаем. Кого? А, давай. Вот, давай. Давай, я свой. Иди сюда, родной. Еще один, смотри. Бля, где он? Сука, нет. Он же взорвется. Я на тебя чуть не упал. Ты видел, меня чуть не причавил. Это. Стоп, а кто там? О, блядь! А что там? Я слышал, что-то взрывается. А у тебя самолет целый?
Да. Чувак пишет, ебать, я самолет видел, класс, ахаха. Сейчас вытащу его отсюда. Уёбки на самолете, сука, в Арзии летают, всем пизда. Кто может 2 КПТ дигла подогнать? Прикинь, он еще целый керри. 600 хп, да. Повалено, не сломлено. Земку можно купить, поехали. Все, погнали, их еще поищем. Погнали, да они полетели. Во, керри, керри. Усю. Ты видишь меня? Все. Я тебя вижу. О, давай. Тун-тун-дурун-тун-тун-тун-тун. Стоять нахуй. Так аккуратно, блядь. Ебать, он обосрался просто. Блядь, хп мало, 626. Блин, тут деревья мешают. Давай. Сейчас я приземлюсь, понял, бы дорогу перекрою. А, да, тут столбы еще же есть. Нет, столбов тут нету. Ну, не столбов, а вот этих, понял, табличек. Ну да. Сантебау, рилток. Бля, лети быстрее, пожалуйста. Сука, взлетай. Я сломался. Блядь. Чуваки, мы взяли, короче, новые самолеты. Они дымят. А. Короче, круто. Сейчас будем фаер-шоу делать. Фаер-шоу. Это эти, блин, как их, парадные, можно сказать, самолеты. Летают они, конечно, не быстро, но... Погнали людей, попугаем. Ну, короче... Разъебаться можно. Что? Разъебаться можно. Кирилл, выкупай на меня, чекай. Смотришь? Саша, подожди, я не вижу. Ну. Блять, я потерял управление, что ты делаешь? Тоже хотел такое зачудить и потерял управление? Ну круто, да, на кукурузниках такое чудить? Да. Он еще цвет нам дал специально. Нам не дали, короче. Что? Нам гидру не дали. Да, гидру не дали. Просили, конечно, но... Да. Хорошо, что тебя можно легко найти вот по вот этому следу, знаешь? Ну да. О, мой самолет вроде пропал. А, это он убрал. Ну он же убрал. Погнали пугать людей. Короче, видосик затянется, но это ж хорошо будет, вам интересно. Да. Аккуратнее, штраф не слови. Блять, нет! Сука, нет! Блять, нет! Ты разбился? Бать ты летчик, нахуй. А шо мне? Что там пердишь, что я тебя вижу? Харе пердеть нахуй. Слушай, ищи дальнобой вот тут и садись, понял? Я вижу тут машину какую-то. Да не, машину не надо, в нее хер попадешь. Какая там одинка тачку тормозит, я не помню. Ой, я тоже не помню. Блять, аккуратно, я вижу, как ты летаешь. Сейчас я кому-то сяду, ебать. И меня чуть из вани сбил. Как он тебя чуть не сбил? Что там? Веста только что приехала мимо меня, блядь, уехала, блядь, сука. Да не, лови грузовую, чтобы легче попасть в нее было. О, как... Стой! Блядь, стой. Блядь, как там тормозить? Я не успел написать, он ехал. Я тебя вижу, блядь, ебать. Изи, блядь. Я это снимаю здесь. Тут когда сильно большие нагрузки на самолет, он глохнет, понял? А ты где, бы я тебя что-то не вижу. Вот такой-то как все было. А, да. Мёртвая петля-то что тебе? Да не получится. Понятное дело. Я помню, я на Боинге пытался сделать. Слава труду, чувак, пишет. Я видел. Сад 7 лямов. Керя, чекай. А, не получается, не вытягивает он. Ну, гидру бы дали, вообще бы, блядь, такой бы чудили. Ну, не дэмили, конечно же. Да ну, конечно, кому ты тут рассказываешь, конечно, вхуяли. Я не хотел палить кондору, ты тут... Блядь! Изи, рилток, блядь. Ты снимал? Один появится. Появится самолет, может он взорвался? Ну да. Сука, блин, я бы починил.
Я летел, поворачиваю вправо, и там дом появился. Я почек сбил, сука, пидор ебаный. Там домик появился, и я не мог. Ты в отель въебался? А? В отель въебался. Въехал в Диану. Шо-шо? Въехал, влетел в Диану, блядь. Так я его не увидел просто, он небольшой. Небольшой, нихера себе небольшой, блядь. Хоть этажей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять этажей, блядь, небольшой. Ну так, чуваки, вот мы полетали уже, я так тебя перебил, чисто. Полетали. А, ну ладно. Ого, теперь я тебя перебил. Полетали на красных дымящихся самолетах, полетали на советских Боингах, было круто, почудили, немножечко подэмили, потаранили, повзлетали, попадали, короче, было весело и круто. Да, и будем сидеть сегодня весь день, Де Морган. Да-да, спасибо админу, то, что предоставил такую технику на время съемок, было, конечно, круто, вспомнили былые времена. Хорошо было все вообще. Чуваки такие, о, читеры, читеры. Блин, короче, интересный видосик по-любому выйдет. Обязательно ставим лайки, подписываемся на инсту, твиттер, и там все в описании будет. Переходим по ссылкам на канал, подписываемся на меня, на Кирилла, там на вторые каналы. А если вы смотрите у Кирилла, на него и на меня, вот так, короче. И лайки ставьте везде, и там, чтобы давай, дизлайков не было лайк. Вообще. Да. Дизлайк поставит того, блядь, в дом залетит вертолет. Самолет не вертолет. Ты, конечно, жесткий. Ладно, чуваки, ждите новых серий. Если вам нравятся вот типа такие совместные ролики, пишите. Не факт, что мы будем их снимать чаще, но будет возможность, может и будем, короче. Посмотрим на вашу активность. Лучше все от вас только зависит. Поэтому ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Ну, думаю, давай тебе через слово дам, бы ты. Всем пока, короче. Всем огромной удачи, до скорых встреч, до новых видеороликов. Думаю, в следующих роликах будет интереснее. Ну, не факт, конечно, но это не точно. Далеко. Все зависит от ваших лайков. Да, в принципе, тем больше лайков, тем... Ну, это не точно, но... Ну, скажем, что точно. Всегда так говорим. Мы спиздим, бро. Шо-шо? Мы спиздим, бро. Мы этот момент вырежем потом. Это не точно. Это не точно, ладно. Всем спасибо за просмотр, что досмотрел особенно до конца. Лайки, подписки, всем огромной удачи. Также вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка в описании. У Кирилла тоже есть что-то типа группы там. Ну там где картиночки, музыка, там люди иногда заходят там. Короче, такое типа паблик последний. Я иногда туда захожу. Иногда он Ну ладно, всем удачи, спасибо за просмотр, еще раз все, давайте до скорых новых видеороликов, пока-пока. Ты там не подавился? Нет. Ты прощал, как будто часы бьёшь. Я не прощал, я сказал до скорой встречи. Концовка такая долгая была. Ну да, у меня всегда долгие концы. Че, не понял? Не, я просто ел. Ладно. Подпишись на мою официальную группу ВКонтакте, ссылочка в описании по данным видеороликам. Подпишись на мой Инстаграм, ссылочка тоже в описании по данным видеороликам. Обязательно подпишись на мой Твиттер, добавь меня в друзья в Одноклассниках, также подпишись на меня в Фейсбуке.